Всем привет! Канал Ирина Цветики. Сегодня мы посмотрим еще один завоз Леруа Мерлен. Это новая Адыгея магазин. Ну вот, предыдущий мы смотрели. Ну, решила сразу оба Леруа показать, поскольку мне уже заказали цветочки из того Леруа. Думаю, заранее покажу сразу вам. Светила сегодня. Другое, тукан, по-моему, мультифлора, очень даже хорошего качества. Вот, может, кому-то понравится вот там Манхэттен. А в сетевых магазинах, я была еще в нескольких, очень мало орхидей. Сейчас все внимание на посадочный материал, продают саженцы. Рассады цветочные, небольшие обзорчики, но все-таки Леруа побольше. Такие красивые цветочки, в принципе, свеженькие. А это вот розовый дракон. И вы представляете, вот я только подошла, еще стала оглядываться. И мужчина вытащил, ну, вот снизу там я посмотрела, ну, что привезли, что глаза в разбег. Вытащил орхидейку, ну, как бы хорошо вытащил. А потом он, когда я тоже кругом ходил, вокруг этой тележки, очень удобно поставлено. Вот Бернандета, наверное, ее забрали. Был один цветочек в миксе, его забрал другой мужчина. Что-то мужчины почему-то в этот день активировались. Нашел сладкую девочку. Ну, мне нужна была девочка, мы ее там недели две пасли, ждали, искали. Ну никак. Ну, по-моему, я уже отправила эти посылки, которым нужна была девочка. Это Тарина. Поэтому я такая, ну фу, ну ладно, все равно бы я ее не купила. Мужчина порадуется. Ну, видимо, такой вот знающий мужчина. Бывают такие, что... Потом еще ходил, смотрел, может, еще купила одну. Ну, конечно, по такой цене сладкую девочку найти, это очень приятно. Дарина, вот крупные белые гвоздик белых. Ну вот отсюда вот он и вытащил снизу. Я еще не успела оглянуться. Такие крапушки. Да, я покупала орхидейки. Ну, конечно, я ж мимо не проеду, поэтому заглядывала в магазин. Купила я девочкам цветочки, заказывали. Правда, не все. Один, по-моему, не купила. Ну, покупочки я вот недавно привезла. Стоят в пакетиках, они остаются. И посмотрим завтра. Обычно я показываю по понедельникам. Ну, иногда вот лучше дать им выставиться. Два дня ездила я подряд за покупочками. Это мне лучше спокойненько постоять. Цветочки красивые. Жалко будет, если завянут, если бутылки будут падать. Хотя они так бывают, но все-таки это гарантия. Постоят еще ночь, день. И завтра вечером я поснимаю. Вам с утра выложу. Горизонт. Такой хороший, темненький. Их там несколько, я видела. Вот прекрасная прижина куртка. Потому что на рынке... Была я и на рынке, ну там в основном, опять же, ярмарка, все рассады. Не подъехать, не встать, что называется, вот красиво покупили. Хотя не очень крупные. Ну и упор все на рассаду. На черенки, на рассаду, на срезку очень много людей закупаются. Оптовики. Это шоптовый рынок. А с орхидеями скромненько, да, ну это сортовая. Но не помню сорт просто. Моя девичья память. Покупала я несколько раз. Ну раньше, по-моему, коробка это называлась. Сейчас не знаю. А
может быть и коробки какие-то. Да нет, я уже ничего не знаю. Тут не подойти очень так поставлено, что с двух сторон можно наблюдать. Вот Black Stripe, черная полоска. Какие-то они в последнее время чахленькие такие, или поломанные, или мутация плохая. Вот очень красиво. Здесь оранжевым язычком. Она такая румяно-оранжево-красная выбора. Ну вот тут на камеру плохо видно, это с блеском, с небольшими прожилками. Очень такой цветочек красивенький. Я прямо залезла внутрь. Очень симпатичный. Ну вот, да, отпускаю сладкую девочку. Ничего такого больше особенного. Ну, горизонт, пожалуй. Вот очень красивая. Она простая, но она вся перебивается, перебивается. Вот еще горизонт. Это я уже пошла в серединку раскапывать. Вы можете воспользоваться пока не меняется. Вот очень крупный. А вот вживую он темнее. На камерах я искажает и светлее. А так он бордовый такой. Вот никто любит такие. Так, что там, наверное, розовый дракон там еще. И уже повторяются, да. Пара Манхэттенов была настоящая розовый дракон. Так, что там. Вот Джиллион. Вот такая. Как тележечка, вот весь завоз, в принципе. Ну, всем спасибо за просмотр. Будем искать еще. Лето наступает, тепло. Всем пока-пока.